Хаджалинские курганы уничтожаются со стороны миротворческими силами Российской Федерации. Несколько курганов уже уничтожено. Как передает Вести АС, об этом сообщает телеграм-канал «Карабахский вестник». Согласно информации, Хаджалинская равнина известна в научной литературе одноименными курганами. Хаджалинские курганы играют важную роль в изучении древней истории Хаджалы, гадабекской культуры. Это единственное место на всем Кавказе, где собрана группа разнотипных памятников, охватывающие 14-8 века, то есть эпоху поздней бронзы, раннего железа. Говорится в публикации канала. Отмечается, что анализ спутниковых снимков показывает, что один из трех крупных курганов, сохранившихся до наших дней, был полностью разрушен, и на нем построено военное укрепление. Второй, крупнейший из хаджалинских курганов, расположенный у подножия Хача-Тепе, раскопан и используется как опорный пункт. Хаджалинские курганы являются реестром номер 43 мирового значения из числа археологических памятников Азербайджана, утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики номер 132, говорится в сообщении. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.